На сегодняшний день ветеранов становится все меньше, и статус ветерана Великой Отечественной войны с каждым годом становится все более значимым. Каждый год мы недосчитываемся наших героев, и этого никак не изменить. Тем когда-то молодым солдатам сейчас уже более 90 лет. В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны Куликов Василий Кириллович. Сегодня, 5 июля, ему исполнилось ровно 95 лет. С этим значимым событием его пришли поздравить почетные гости. Представители администрации, соцзащиты, комитета солдатских матерей, ветеранской организации города, близкие друзья и родные юбиляра с самого утра поздравляли именинника и дарили ему памятные подарки. Это достойный, солидный возраст. И мы совместно с отделом соцзащиты, военкоматом, с нашей молодежью и с нашими ветеранами пришли поздравить нашего глубоко уважаемого ветерана. Пожелать ему здоровья, крепости духа, хотя вот 95 лет это уже говорит о многом. Гостеприимный хозяин дома Василий Куликов в выглаженной рубашке с огоньком в глазах встретил дорогих гостей. Возле дивана по-домашнему накрытый стол и повсюду запах свежей выпечки. Его дочь Валентина специально к празднику напекла сладких булочек и пирожков. Выразив искреннюю благодарность за участие главе Десногорска и всем гостям, она пригласила к столу. Спасибо вам за вот такую поддержку, за ваше внимание. Это нам хватит надолго. Во-первых, будет большой расспрос, какие слова были сказаны, потому что мы не дослышим, и у нас со зрением тоже туго, мы что-то недовидим. Я говорю, хватит таких эмоций на очень-очень долго. После утреннего чаепития, просмотра семейных фотографий, зарядившись мощной энергетикой хозяев, гости поспешили на свои рабочие места. А Василий Кириллович о чем-то задумался. Наверное, что-то вспомнил. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.